Семейная драма разыгралась в Ноябрьске. От рук собственного сына погиб отец. Это случилось в ночь 17 на 18 февраля в одной из квартир по магистральной. Между родственниками произошел конфликт, а впоследствии драка, которая привела к трагедии. В ходе конфликта сын нанес своему отцу несколько ударов руками в область головы, отчего у нас потерпевший в последующем скончался. По данному факту следственным отделом по городу Ноябрьску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111. Подозреваемый в настоящее время у нас в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса задержан и помещен в изолятор временного содержания. Хочется отметить, что подозреваемый по данному преступлению сам обратился в службу скорой помощи, а также в полицию.